es pirms 3 dienām pirmo reizi braucu biķernieku savā dzīvē. Man nekad nebija sanācis, man nenormāli patika, bet starp to patikšanu un ātru braukšanu ir šausmīgi liela starpība. Man pagaidām patīk viņi. Lai es brauktu ātri, droši vien baigi daudz laikam jāpieter. Занимался драг рейсингом на одну милю. Все там выиграл. У меня мировой рекорд принадлежит моей машине уже 2 года. И ну, выбрал для себя более новый, более интересный, более сложный вид спорта. Как бы такое же логическое продолжение. По прямой, как бы, там, конечно, страшно, там скорости гораздо выше. Там 400 едешь, здесь 180, а здесь страшнее даже, чем там 400 бывает. Поэтому цель, безусловно, сейчас финишировать. Мы пока что учимся. Это в моей жизни 4-я гонка. То есть пока мы тренируемся, ставим навыки, как слушать стенограмму. Ну, здесь как бы первый день кольцо все-таки немножко попроще. По кольцу некоторый опыт имеется, но не на гравийных колесах и не на раллийной машине. Поэтому тоже как бы все новое. Поэтому с запасом аккуратненько, чтобы доехать. Но будем стараться. Sāk nekādu uzstādījumu nav. Šoreiz ir tiešām jāizbauda pēdējais Latvijas rallijs un centīsimies arī viņu veiksmīgi finišāt arī maksimāli ātri. На самом деле, первая гонка моя в 91 году была именно в Бикернейке. Я ехал на Волге на ГАЗ-24. Вот, это была моя первая гонка, поэтому с Бикернейки у меня очень много связано. Воспоминаний, ностальгия, первые мои шаги в спорте. Завтра очень сложный лично для меня спецучасток, и такой он и 3D, и с трамплинами, и там и техничный очень. Ну, будем стараться нормально финишировать, там, без поломок, без аварий, чтобы ну, какой-то результат показать. Но главная задача сейчас доехать пока. А что Марис тебе сказал насчет первого дня? Все в порядке? Хвалит меня, хвалит. Говорит нормально. Сразу уже будем спрашивать, ну как было встретиться с молодостью? Ну как с молодостью, конечно, не молодеем сами, уже не тот порох в портамницах, но еще могем. Надо просто почаще на гонки выезжать, и тогда будет все вспомниться быстрее гораздо. А так раз в году, конечно, вон молодежь. Потыкаем, потыкаем. Lai arī daudz asfalts, kas bišķi baidīja varbūt, bet jau no pirmiem ātrumpiem uzmējiem saprat, tik viegli braucās viss, nu, tāda forša sajūta. Vakardien vēl bija tāds sagurs, bišķi apslīms, bet šodien viss pazudis, viss jābrauc tik lēnām. Sācies. Jā, es domāju, rīts sācies ritīgi labi. Bet tā bez piedzīvojumiem nebija kaut kā? Nu kā, rallis, kā. Nu ir tur kaut kāda trauma, nu tā, nu ir jau, zin kā, iepukstās sirsniņ, dažreiz straujāk, bet baigi labi, veiksmīgi viss pagaidām, baigi labi. Dobre utra! Dobre! Prasnulis? Nu tak, pa kanavam paskakali, prasnulis sразу. Kā pasēļ dienu? Сегодня, как езда по гравию?
Ну, на самом деле, как бы нужно было вообще попасть и почувствовать вообще дорогу, потому что после асфальта, конечно, тяжело после перерыва сразу на гравий. Нужно было прощупать дорогу, но прощупали, к сожалению, неудачно вылетели. Вот, но, слава богу, выбрались. Ну, плюс помоду сейчас. Помода с лайком пирми, а ты рит адром космакет. Iegāju bišķi pa strauju tādā, tādi rakumi bija baigie bišķi no ceļa noskrēja. Pietrūk jaudz, laikam, tajā vietā. Pārāk labi viņi zināja, gribēja ātrāk ar piekto, bet saguru no ceļa nost. Tad pamodās, tagad pamazām mēģinām iespējot kaut ko kāpināt. Čau! Jau nav rīts, jau dziļa diena liekas. Agar cēlāmies, jau divi dopiņi pievarēt, tā kā... Nē, īstenībā ir ok. Ir, braucās labi, dopiņi man patīk, vietām ir šur tur puteklis, bet puteklis, kas netraucē. Tā kā viss ir tā, kā man patīk. Man ir ok, braucām uz skatītājiem, paskatāmies ar vienu acu uz laikiem, nav arī tik slikti, bet nu, priekš sportiskā vajadzētu ātrāk, ja gribētu cīnīties par rezultātu būt, vajadzētu tā kā riskēt. Starājums akurātni, nu, štot pakaļ finiširot, čo 4. gonka tam. Пока еще, ну, не соревнуемся так, учимся просто ее переставлять, там, как бы понимать, как она вообще себя ведет там, и так далее. Левый 4 минус, 20 проблем, на финиш.